Утро, возможно, кто-то нас на западе смотрит. Пожалуйста, напишите по 10-бальной шкале, насколько меня хорошо слышно, видно. 10 максимальный балл. Сибирь слышит прекрасно в лице Елены Белозеровой. Угу, замечательно. Все хорошо, тогда мы начинаем. У нас сегодня очень будет интересный, насыщенный вебинар. Как обычно, у нас очень много новостей. Процесс не стоит на месте, наш, мы двигаемся вперед, растем. Я буду с удовольствием с вами делиться нашими радостными новостями. И мы по традиции начинаем наш вебинар с информации по нашей Coral Business Академии. У нас на сегодняшний день, я уверен, что вы уже в курсе, но на всякий случай продублирую, проходит вебинар, проходит марафон двухмесячный с 14 июля по 15 сентября. Марафон называется «Действуй». Вы сейчас на слайде видите информацию, что вам это дает и какие есть важные сопутствующие факторы этому нашему марафону. Вы сейчас увидите тех наших тренеров, которые подключаются. Спасибо им большое. Это Елена Белозерова, как раз Татьяна Борисова. И будущий вебинар еще будет Алексея Махова. Это наши лидеры, которые своим практическим опытом делятся с вами. Есть записи вебинаров Елены Белозеровой, Татьяны Борисовой. И буквально на днях уже пройдет следующий вебинар Алексея Махова. Поэтому будьте внимательны, смотрите за нашими новостями. И буквально в ближайшее время уже появится информация о том, что же вас ждет дальше в нашем марафоне. Каждый день у нас новые задания присылают нам организаторы марафона. Это очень интересно, присоединяться к большому количеству людей, которые проходят, входить в число лучших, смотреть вебинары, слушать, перенимать полезный практический передовой опыт, который есть у лидеров нашей компании. Это все дает вам возможность делать Coral Business Academy. Вы можете ознакомиться с вебинарами, которые прошли, с записями вебинаров на нашем YouTube-канале официальном Coral Club и в разделе CBA. Также существует видеобанк специальный в разделе на нашем сайте CBA, раздел медиабанк. И телеграм-канал CBA Online. Вы видите название его на экране вашем. Это что касается Coral Business Академии. Мы очень признательны всем тем, кто принимает участие, кто делится своим опытом. Это для нас очень ценно и важно. Мы видим, как с каждым месяцем у нас усиливается наше качество работы, наша бизнес-академия, как вовлечение вас, наших академиков будущих бизнеса, вот, как увеличивается количество людей, которые проходят школы. Поэтому я хочу вас еще раз поблагодарить за то, что мы вместе с вами делаем это большое значимое. Дальше хотел бы рассказать и поделиться информацией о нашем проекте «Измени себя». Это проект, который проходит, летний сезон проходит именно сейчас, и завершится он 31 августа. На сегодняшний день у нас 18 команд и 330 участников проходят, участвуют в этом проекте. Поэтому те, кто еще не присоединился, присоединяйтесь или... проекта «Измени себя». Дальше я с вами хотел поделиться еще одной информацией. Это, наверное, то мое наблюдение, которое в последнее время меня очень сильно захватывает. Значит, речь идет о том, что мы продвигаем с вами. Мы зачастую говорим о компании Coral Club как большом супермаркете продуктов для здоровья. Но это на самом деле только часть того, что мы продвигаем. Я бы хотел сейчас заострить ваше внимание на образе жизни с Coral Club. Это то направление, о котором мы стали говорить достаточно давно уже, но тем не менее мы недостаточно много подтверждаем эти наши разговоры, подтверждаем фактами. У нас огромное количество лидеров, которые живут той жизнью, которая вот
в окружении, которое в мире называется счастьем, да? Это лидеры, которые здоровы, это лидеры, которые активны, несмотря на возраст, несмотря на страну, несмотря на то, где они находятся, в каком возрасте и так далее. Люди активны, люди счастливы, люди умеют веселиться, наслаждаться. И при этом есть возможности у людей помогать другим, есть возможность путешествовать, есть возможность получать те блага, которые только, наверное, душе угодны. Мы учим людей мечтать, мы учим людей, каким образом можно становиться лучше, мы учим людей становиться больше, чем они себя считают, потому что мы по природе своей все мы большие с вами, и только сами иногда на себя накладываем ограничения. Вот, поэтому я вас всех призываю, мы сейчас это будем и на форуме предстоящем, мы будем это максимально продвигать. И каждый из нас, если начнет себя и будет продвигать и выглядеть соответствующим образом, соответствующим образу лидера Coral Club, здоровым, активным, красивым, жизнерадостным, счастливым и при этом иметь успех, это то, что в принципе является нормой для Coral Club и, к сожалению, не является нормой для нашего сегодняшнего мира. Вот, поэтому в нашем мире, в мире Coral Club, это на самом деле это есть та возможность, которая будет привлекать большое количество людей к нам в компанию. Поэтому, да, безусловно, мы очень горды тем, что продукция нашей компании настолько эффективна, что с помощью этой продукции люди решают свои тактические какие-то проблемы, да, со здоровьем. Но мало того, что можно решить вопрос. Мало того, что можно решить проблему с помощью продукции. С помощью компании Coral Club можно изменить жизнь. И таких примеров у нас очень много. Мы будем делиться с вами этими примерами на форуме. Мы будем начинать наш новый проект также на форуме, который будет максимально продвигать образ жизни Coral Club. Это то, что в принципе на сегодняшний день является крайне интересным и востребованным в обществе. Вот. И вы помните, что год назад мы анонсировали программу «365 дней здоровья». Эта программа, она предусматривает то, что люди будут заниматься своим здоровьем не время от времени, не от проблемы к проблеме, а будут заниматься постоянно. Мы создали ресурс, с помощью которого можно запланировать заказы, запланировать работу со своим организмом, со своим здоровьем, запланировать заранее. Вы можете как запланировать это для себя, так и подготовить определенные программы, которые будут затем использованы вашими потребителями. То есть вы сохранили в своем личном кабинете набор программ, которые просто вы одним нажатием кнопки копируете ссылку, передаете вашим новым потребителям, и дальше ваши потребители уже имеют составленную программу на год вперед. Это может быть на полгода, на 3 месяца, ну, максимально на год. И это будет помогать потребителям своевременно делать заказы, либо компания их будет уведомлять, либо они самостоятельно смогут удобным способом создавать эти заказы. И систему 365 дней здоровья мы, как компания, будем сейчас максимально продвигать. Количество людей, которые будут в этой программе, это будет признак того, сколько же в нашей компании есть людей, которые постоянно занимаются своим здоровьем, которые вот прям включены в этот процесс. Мы на сегодняшний день видим, что только немного людей, небольшое количество людей уже научились пользоваться этой программой в личном кабинете. Я вижу в этом, причину этого вижу то, что недостаточно еще информации от нас было. Поэтому мы подготовим для вас инструкцию, как можно использовать проект 365 дней здоровья для вашей жизни. Мы будем говорить об этом на всех наших мероприятиях в будущем. И даже какие-то специальные бейджики использовать, которые со временем, наверное, будут распространяться и в соцсетях, чтобы люди дифференцировали друг друга. Вот ты уже находишься в программе 365 дней здоровья Coral Club или еще нет, да? То есть вот эта часть, она будет у нас развиваться. Я уверен, что с каждым месяцем мы будем видеть, как наше масштабное движение людей, которые постоянно занимаются своим здоровьем, которые занимаются помимо применения продукции еще и активностями, физическими нагрузками, вот, которые занимаются созданием финансовой подушки, да, для того, чтобы обрести независимость.
вот, финансовую. Поэтому это движение мы будем всячески поддерживать его развитие, поэтому предлагайте свои идеи, что можно сделать для того, чтобы коралловцев стало в этом мире больше. Дальше я бы хотел с вами поговорить про новую систему автораспределения потенциальных членов клуба, которая у нас уже реализована с конца прошлого года. Она очень хорошо себя зарекомендовала. То есть те люди, которые что-то слышали о компании, но у них нету рекомендателя, они могут себе выбрать рекомендателя, который ближайший к ним по расположению. Соответственно, эта система уже работает от ранга изумрудный директор и выше. Это те дистрибьюторы, которые могут принимать участие в этой системе. То есть это то, когда компания уже предлагает новых людей, новых потребителей, предлагает дистрибьюторам. Для этого достаточно стать изумрудным директором и подтвердить данную возможность в личном кабинете. Дополнительно компания вводит сервис по повышению качества работы наших консультантов. То есть мы через 3 дня спустя распределения нового человека мы будем звонить, спрашивать относительно того, качественно консультант предоставил выполнил свою функцию, насколько остался доволен наш потребитель, потому что для нас это самое главное. Самое главное, чтобы наши потребители оставались довольны, чтобы они получали результаты, и чтобы дистрибьюторы Coral Club, лидеры Coral Club, чтобы всегда были людьми, за которыми хочется идти, которых всегда вспоминаешь с приятными какими-то эмоциями, всегда им благодарен. Вот. У вас все инструменты для этого есть, и мы как компания будем также вам продолжать помогать и создавать дополнительные условия. Я, с вашего позволения, прервусь на рекламную паузу. Это наш новый коктейль Synergizer, который уже несколько недель позволяет нам восполнять нашу потерю нашей энергии, да, и мы теперь все здесь энергичные, очень много задач у нас перед форумом, и мы хотим на самом деле на этом мероприятии запустить этот новый продукт Synergizer. Вы все его попробуйте, будете так же счастливы, как и я, по этому поводу уверен. Вот, я думаю, что многие из вас уже ждут этот продукт с нетерпением, те, кто смотрит вебинары Сергея Семенченко. Вот, осталось уже недолго, я думаю, что через неделю каждый из вас сможет уже насладиться этим замечательным вкусом и почувствовать вот этот вот прилив энергии, который у нас появляется после употребления этого вкусного напитка. Мы с вами движемся дальше. Татьяна Гущина даже видит эту энергию. Да, Татьяна, спасибо большое. На самом деле это так. Вот во второй половине дня, хотя и раньше мы не жаловались на дефицит энергии, но сейчас это прям вот что утро, что вечер, ты как бы чувствуешь себя всегда заряженным, и я лично, мое отношение к этому продукту, оно вот прям очень, очень появятся единомышленники в вашем лице, в лице наших дистрибьюторов, которые смогут тоже попробовать этот продукт. Светлана Локтионова, ни в коем случае, просто радуюсь за то, что вас ждет. А ждет вас это уже совсем скоро. У нас следующие выходные, через выходные, точнее, у нас состоится форум компании. Те, кто еще не знают, хотя я думаю, что среди зрителей вебинара «Бизнес-час», наверное, все знают о таком мероприятии. Так вот, форум у нас пройдет 28-29 июля. Уверен, что те из вас, кто находится не в Москве и кто не так часто бывают, оценят, как выглядит наш город сейчас после всех таких мероприятий, как чемпионат мира. Очень много мест классных появилось, где можно погулять, помимо того, что вы получите энергию и очень потрясающие знания на самом мероприятии, вы сможете еще оценить. Поэтому если есть возможность, приезжайте или заранее, или задержитесь после форума, потому что это очень интересно, и вам будет потом о чем. У нас мероприятие, вот уже практически все готово для того, чтобы вас приятно удивить. У нас очень много нового будет, будет большое количество выступлений нового. Жду не дождусь, когда уже смогу увидеть своих друзей, которые вот
вашем лице приедут на это мероприятие. Это будет действительно праздник очередной. И в этом году мы подготовили для вас прям очень много всего нового. Вы сейчас на экране видите программу короткую. У нас форум будет проходить под девизом «Открывай». Мы как компания поняли, что очень много всего мы позволяем человеку открыть, присоединившись, открыть свои возможности, свой потенциал с точки зрения организма, с точки зрения материального. Компания Coral Club дает возможность открыть в себе. Поэтому в этом году форум пройдет под этим девизом «Открывай», вы видите хэштег, также использовать активно. И сейчас на слайде вы видите как раз короткую программу с таймингом предположительным. Дальше вы сможете познакомиться с участниками из 21 страны. Вы видите на экране флаги этих стран. Даже это у нас, если быть точным, у нас получается 25 стран. Вот, вполне вероятно, что даже на слайд не поместили все страны, те участники, которые к нам приедут. Это действительно, опять же, будет очень масштабное мероприятие. И, конечно же, гости нашего форума, к сожалению, лично не сможет присутствовать, хотя очень хотел, наш чемпион, который UFC в легком весе, это Хабиб Нурмагомедов. Вы видите, это человек, который все 26 боев из 26 выиграл. И в скором будущем планируется замечательный бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Наверное, вы знаете. И вот этот человек, он дал интервью для компании Coral Club. И вы сможете подробности все на форуме услышать. Это очень интересно для нас, потому что Хабиб является человеком, мало того, что это человек знаменитый спортсмен и очень талантливый, глубокий, мыслящий, добрый и соответствующий, наверное, нашей компании человек по ценностям. Дальше. Это уже наш полюбившийся профессор Роберт Тидеман. Это наш разработчик таких продуктов, как H500 и Pentacam. Многие из вас его уже знают, но те, кто не знают, смогут с ним познакомиться. Он также будет на этом мероприятии, наш друг и гость. И вы сможете познакомиться с госпожой Кейко Китамура. Это генеральный директор и партнер компании Окинава Санга, которая занимается уже долгие годы разработкой нашего главного продукта Coral Mine. Вот. И вы сможете услышать госпожу Кейко Китамура, у нее предусмотрено выступление, поэтому это для тех, кто будет на мероприятии. Это будет очень интересно. Дальше Татьяна Кашкарова спрашивает, коктейль уже в продаже. Татьяна, коктейль еще не в продаже, он появится буквально в течение недели. Мы планируем, что на форуме произойдет торжественный запуск этого продукта, вот. А приобрести вы его сможете уже в офисах продаж вашего региона. Швеции нет. Мария Елена, да, вот Швеции точно мы добавим этот флаг еще. Я думаю, что просто на слайд даже не поместили все страны. Мы обязательно исправим и добавим это. Андрей Колесниченко спрашивает, пользуется ли Хабиб нашим продуктом. Я, к сожалению, эту информацию не могу с вами поделиться в силу определенных обстоятельств. Мы Яна Карпова спрашивает, можно ли где-то посмотреть записи вебинаров. Да, можно посмотреть. Вы увидите, сейчас я попрошу менеджеров, чтобы ссылочку отправили в чат, по какому адресу можно найти записи вебинаров. Вот, это что нас ждет уже на форуме, уже совсем скоро. И, конечно же, наши новые лидеры. К нам в июне в нашу семью мастеров присоединились еще люди, вы сейчас с ними познакомитесь. И, конечно же, через неделю мы будем чествовать, руководство компании будет награждать, и мы с вами будем
радоваться за достижение новых рангов огромного количества людей. Это рекордное количество людей, то есть никогда на форуме не было такого большого количества людей в новых рангах. Поэтому нас с вами ждет незабываемые 2 дня, минимум 2 дня. Вот, мы будем действительно наслаждаться вот этой атмосферой успеха, атмосферой роста. С нами будут делиться лучшие из лучших, будут делиться своими секретами. Поэтому уже меньше, точнее чуть-чуть больше недели осталось. А мы с вами переходим дальше и дальше. Новые мастера по итогам июня 2018 года. У нас первый человек, о котором я хочу сказать, это Зульфия Бабахонова из Узбекистана. Узбекистан — это государство, которое, наверное, ни одного месяца за последнее время не проходит без появления новых мастеров в этом регионе. Мы очень рады за то, что наконец-таки по достоинству это государство сейчас вот получила возможность, лидеры из этой страны получили возможность развиваться полноценно. Вы знаете о том, что был период, когда компания не могла работать в Узбекистане, деятельность была прекращена, но теперь все условия созданы и лидеры работают. И мы видим, как каждый месяц к нам присоединяются все новые и новые мастера из этого государства. И сегодня это Зульфия Бабахонова. Я вас поздравляю, Зульфия, с этим новым рангом. Поздравляю ваших наставников. Желаю вам, чтобы вы росли дальше и приглашали таких же очаровательных, прекрасных людей, как вы, ваши команды. Дальше еще один мастер из Узбекистана. Это Зухра Казакова. Вот, вы видите, как она на фоне наших, точнее, с нашими продуктами, она радостная девушка, жизнерадостная женщина из Узбекистана, также присоединяется к семье мастеров по итогам июня. Поздравляем Узбекистан, поздравляем Зухра, вас, поздравляем ваших наставников. А мы с вами движемся дальше. И дальше у нас еще один мастер из Украины, это Олег Назари. Олег Назари — это еще один мастер, которому, насколько я помню, ему 23 или 24 года. Я думаю, что если в чате присутствуют люди, которые его знают, пожалуйста, напишите. Очень молодой, но не по годам, мудрый, целеустремленный и серьезный парень, который действительно, которого ждет огромное будущее. Мы поздравляем вас, Олег, ваших наставников. Это Эдуард Костюк, Александр Вильгельм, Константин Тарнопольский, Александр Завгородний. Это молодежная команда наша. Молодежная команда, которая, наверное, уже становится фабрикой мастеров для молодежи. Сейчас нам, я думаю, что напишут точно возраст Олега. Так же было бы любопытно это услышать. Мы с вами движемся дальше. Это еще не все лидеры в новых рангах. И дальше у нас мастер из Узбекистана Барно Матмуродова. Вот, Барно, я вас поздравляю. Также Узбекистан, вы видите, 3 новых мастера за месяц только. Это только 1 месяц. Что нас ждет дальше, сложно представить. Наверное, синержайзер в Узбекистан завезли, мне кажется, раньше. Такая энергия, такая скорость роста. И действительно, такое количество людей, которые едут к нам из Узбекистана на форум, новых лидеров, это замечательный период. Период расцвета. И этот период у нас идет сейчас во всех странах присутствия, но в Узбекистане с особенной скоростью, с особенной такой вот прессией, да, так вот прям очень голодны к успеху, голодны к результатам наши лидеры из Узбекистана. И мы этому очень рады, и мы вас поддерживаем в этом. Барно, поздравляю вас, мы движемся дальше. Еще один новый мастер, на этот раз это Россия, город Санкт-Петербург, Ольга Исакова. Ольга, я вас поздравляю, вы действительно достойны этого. Вы, несмотря на то, что Ольга очень давно в компании, но она порядка 12 лет, из 12 лет, по-моему, в компании, да, она практически 11 лет, наверное, была таким вот хорошим потребителем, занималась тем, что занималась своим здоровьем, бизнес ее не интересовал. Недавно Ольга приняла решение о том, что все-таки бизнес ей интересен, и вот результат: ранг мастера и перспективы
колоссальные впереди. Я знаю, что у Ольги в основном команда ее лидеров находится на Дальнем Востоке. Сама Ольга находится в Санкт-Петербурге на сегодняшний день. Вот. И мы поздравляем, Ольга, вас, поздравляем вашу команду, ваших наставников. Это Анастасия Сверличенко, это команда Ирины Сидышкиной, Орловой Лилии и, конечно же, Зинаиды Сергеевны Деревьевой. Мы вас поздравляем. И Наталья Савчик, конечно же, один из наставников. Мы вас поздравляем и движемся дальше. И еще один лидер, который в июне повысил свой ранг, это серебряный мастер из Эстонии Авик Ахти. Вы наверняка очень часто видите, как наши лидеры из Эстонии мелькают на вебинарах, да, то есть получают новые ранги, становятся мастерами, серебряными мастерами. И вот и сегодня Авик стал серебряным мастером. Я вас поздравляю, Авик, это еще один вклад. Вот это маленькое государство, Эстония, и такое количество мастеров, такое количество лидеров, такая сплоченная и дружная команда. Я поздравляю вас, поздравляю ваших наставников. Это Петер Лив, это Райва Оргусар. Я вас поздравляю. Желаю, чтобы дальше у вас также шло продвижение. Авик Ахти у нас из Эстонии. Друзья, это на этом это все мастера, которые по итогам июня закрыли свой ранг, стали новыми лидерами, присоединились к семье. Я точно знаю, что в июле у нас еще большое количество лидеров дополнит нашу дружную семью. Вы видите, тот темп, который сейчас есть в компании, он действительно не дает нам расслабиться. Мы вот не успеваем, наверное, даже радоваться. Вот, хотя поводов для радости очень много. Еще раз хотел бы вернуться к той теме, которую начал вот практически в начале вебинара. Это Lifestyle Coral Club, это образ жизни Coral Club. Друзья, давайте продвигать его, давайте показывать другим людям, которые живут скучной жизнью, которые наверняка могут больше, которые в себе недораскрыли этот потенциал. Давайте им в этом помогать, давайте показывать, каким может быть жизнь вместе с Coral Club. Как можно быть продуктом своего продукта, как можно путешествовать столько, сколько хочешь. Как можно помогать детям своим, заботиться о родителях, быть полезным этому обществу в любом возрасте, с любой стартовой позиции. У нас есть тысячи примеров, когда с любой стартовой позиции, в любых условиях люди достигают. У нас целая фабрика по производству счастливых людей. Это клуб счастливых людей, и давайте его продвигать вместе. У нас, я уверен, что получится. Мы, наверное, к сегодняшнему дню подготовили уже такую базу схем, базу результатов, базу различных систем создания потока, да, систем успеха, так их назовем. Вот, поэтому сейчас, наверное, самое лучшее время присоединяться к компании и делиться нашими возможностями с другими. Дорогие друзья, я вас рад был сегодня быть вместе с вами. Жду ваших вопросов. Пишите вопросы, я на них с удовольствием отвечу. И часть, которую я хотел поделиться с вами, я ее вам рассказал. Очень мне было это приятно. Пока вы пишете свои вопросы, я продолжу со своим синерджайзером. Те, кто не знают, здесь вкус апельсина и манго. Это то, что я очень люблю лично. Может быть, отчасти это мне помогает любить этот продукт. Но это... Я присоединяюсь к поздравлениям. Сейчас вижу, что не фамилия, а то... Мы умеем радоваться за других, мы умеем радоваться за себя, мы умеем создать повод для радости. Это же тоже важно. И мы постоянно создаем эти поводы. И в нашей компании это прям, наверное,
Каждый день есть какая-то новая счастливая судьба, новые какие-то такие истории появляются, которые нас держат за душу, да, и заставляют гордиться тем, чем мы занимаемся. Я давно в компании, они меня поддержат сейчас и подтвердят правильность моих слов. Так, дорогие друзья, я так понимаю, что у нас уже вопросов нет, только осталось двигаться дальше, идти вперед, делиться информацией. Да, я думаю, что вопросов нет. Друзья, увидимся с вами на вебинаре ровно через месяц, а те, кто будут на форуме, пожалуйста, через неделю Москва вас ждет, все готово уже к вашему приезду. До встречи, всего вам доброго, друзья, счастливо!